В Запорожье отключают 12 телеканалов на 13 дней. Все это время будут проводить плановые работы по антикоррозийной защите металлоконструкции башни радиотелевизионного передающего центра, то есть красить телевышку. Как сообщает запорожский филиал концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, работы начались уже с понедельника. Так, в будние дни с 25 по 29 июля, с 1 по 5 августа и с 8 по 10 августа с 8 до 18 часов будут отключены телепередатчики аналогового и цифрового вещания. Зеонбуд, цифровое ТВ, студия 1+1, Интер, НТН, Украина, ИСТВ, новый канал М1, ТЭТ, УТ1, СТБ и МТМ. Телеканал «Алекс» будет в эфире без перерыва.